В городском саду Твери открылась передвижная фотовыставка «Идем в музей». Она знакомит гостей и жителей столицы Верхневолжья с филиалами Тверского государственного объединенного музея. Выставка приурочена к празднованию 155-летия музея, коллекции которого использованы при создании многих экспозиций филиалов объединения. Фотовыставка знакомит гостей и жителей областной столицы с филиалами музея, а также передает особенную атмосферу каждого. Здесь можно увидеть не только изображения экспонатов и интерьеров, но и целый музейный мир. Ведь у каждого филиала есть своя особенность – изюминка, которая нашла отражение на фото. Если вы внимательно посмотрите на то, что вы видите, это не статичная фотография музея, это музей в движении. Мы хотим сказать, что в современной ситуации музей – это интересно, это современно и всегда притягательно для всех категорий нашего населения – и для молодежи, и для более взрослого. Рядом с каждой фотографией размещена справочная информация об учреждении. Проект реализован Тверским государственным объединенным музеем совместно с региональным отделением общественно-государственной организации «Российский фонд культуры». Надеюсь, что вот эта передвижная выставка, во-первых, она мобильная, да, во-вторых, она как бы может иметь потенциал там меняться, может меняться экспозиция и так дальше. И я думаю, что вот это маленький вот вклад нашего отделения фондов культуры для того, чтобы побольше людей узнало о Тверской области. Посмотрев на фотографии, каждый желающий может решить, в какое учреждение он хочет съездить, чтобы еще больше узнать о богатой истории Тверской области. Среди тех музеев, что входят в состав объединенного музея – краеведческие, этнографические, литературные, военные, музыкальные. Они рассказывают о разных эпохах и разных сферах жизни Тверского края. И это уникальная возможность любого жителя города, либо области, либо любого туриста ознакомиться с филиалами нашего музея, одного из самых крупных в России. Выставка, на мой взгляд, может послужить хорошим позывом, чтобы, посмотрев фотографии наших музеев, у туристов возникла возможность посетить, если не все, то хотя бы некоторые из них. В соцсетях Министерства туризма будут опубликованы вопросы, посвященные этим музеям. Информацию продублируют в аккаунтах Тверского госмузея. Победителям вручат пригласительные филиалы музеев в районах. Посмотреть на творение и прикоснуться к истории и культуре родного края можно будет с 1 по 31 октября в городском саду. Далее выставка будет установлена в Торжке.